Так как у меня есть участок земли в районе Братского водохранилища на Онгинском заливе, и я уже долгое время не могу принять решение, что с ним делать в дальнейшем. Меня эта тема заинтересовала, потому что, ну, надо как-то, я поняла, что надо как-то двигаться в этом направлении. Было интересно попробовать, поучаствовать, попробовать себя в новых направлениях, попробовать свои силы, возможности. Работа в команде – это прежде всего диалог. Без диалога идти к общей цели практически невозможно. Три человека в команде, четвертый Анатолий Казакевич, то есть у всех свое видение, и это надо соединить в какой-то один проект, в одну концепцию. Вот для меня это было самое сложное. А потом все как-то само собой организовывалось и восстанавливалось. Я получила то, зачем пришла, собственно говоря. Мне надо было разобраться в том, как формируется концепция, как заинтересовать инвестора к площадке, как заинтересовать инвестора к проекту и как, собственно, этот проект создать. Ну, в общем-то, я эти знания или этот объем знаний получила.